У фокусников насыщенная и горячая жизнь. Не правда ли? С вами были великий фокусник Арнольд и невероятная Мелани. До новых волшебных встреч! О, наконец-то мы дома. Можно отдохнуть. Арнольд, у меня для тебя потрясающая новость. Смотри. Две полоски. Неужели ты не рад? Правда чудесно. Кролик из шляпы принесет нам ребеночка. Мелани, хочешь фокус? Смотри внимательно. И вот, на тесте уже одна полоска. Ух ты! Я и вправду не беременна. Отличный фокус, Арнольд. Если судьба подбрасывает тебе лимона, сделай из этого фокус. Привет, дорогой. Привет, любимая. Арнольд, чье это? А, это? Ничего, это просто реквизиты для фокуса. Смотри, раз, и ничего нет. Арнольд, ты величайший фокусник на свете. Дорогая, я принес яблоки. Сладкие, как моя любовь. Попробуй. Лучше я попробую фокус с левитацией. Садись и смотри, Арнольд. Я управляю этим яблоком с помощью своего энергетического поля. Хотя, Мелани, здесь же просто дырка для пальца внутри. Ты волшебница. Дорогая, я пошел на выступление. Ну ладно, желаю удачи. Да пребудет с тобой кролик. Но у Арнольда другие планы. Это время для особой магии. Посмотрим, что там делает Арнольд. А ну-ка, волшебная шляпа. Покажи мне фокусника. Что? Футбол с друзьями? И никакого шоу! Сейчас я покажу тебе фокус, дорогой. Не смей обманывать свою девушку, Арнольд. Я тебя везде достану. Дорогая, я пошел на тренировку. Подожди. Помоги мне с репетицией нового трюка. Но только быстро. Прошу. Не дергайся, Арнольд. И лучше не дыши. Это должно быть не больно. Так, режем по прямой, как было написано в инструкции. Та-да! Получилось! Я молодец! Теперь ты не сможешь пойти на футбол. Твои ноги у меня. Любимый канал фокусников Трум-трум Оки-Токи. Вот где настоящая магия. Подписывайся и нажимай на колокольчик. Дорогая, подай мне шляпу. Возьму чипсы на кухне. Арнольд, дай шляпу, я тоже хочу чипсов. Но Мелани не повезло. Кошачий корм? Я такое не ем. Моя кошечка. А теперь, Мелани, я буду управлять тобой. Катись ко мне. Это магия кресла на колесиках. А теперь кружись. Настоящие фокусники не вызывают лифт. Он сам к ним приходит. Вау, Арнольд, ты великолепный.
А теперь я закрою лифт силой мысли. Фух, отлично поработал. Фокусники даже приготовление салата превращают в шоу. Какие скучные овощи. А что если... Представляю вашему вниманию трюк с разрезанием огурца. Нервных просьба не смотреть. Итак, посмотрим, что получилось. Браво! Это невероятная кулинарная магия. Батл фокусников. Чья магия сильнее? Смотри, Арнольд. Цветок исчез. А у меня сейчас исчезнет кофеварка. Вау! Тоже мне фокус. Играем по-крупному. Прощай, стол. Мелани, а на чем мы будем есть? Арнольд, ты можешь есть даже на полу. Я выиграла батл. Что? Я сейчас покажу тебе настоящее волшебство. Эй, Арнольд, ты где? Решил сбежать? Я все равно тебя найду. Абракадабра. И где мы вообще очутились? Отличный был батл, Мелани. Хочешь кофе? О, красная ткань на столе. Время потренировать магическую технику. Арнольд, ты что? Это была моя юбка! По-моему, это неплохой фокус. Мелани, приготовься увидеть мои новые гениальные фокусы. Это обычные мыльные пузыри. Но смотри. Я ловлю один, и оп! Он исчезает прямо в моей руке. Магия! А как насчет салфеток? Они заколдованы. Я забираю одну. Но вот она, снова на месте. И еще раз. И еще. Вау! Не может быть! Но это еще не все. Сейчас я открою этот зонт с силой мысли. Следи за моей рукой. Я даже не прикасаюсь к зонтику. Ты это видишь? Вау, Арнольд! Ты величайший фокусник на Земле! Мелани, я покажу тебе фокус. Дай мне, пожалуйста, деньги. Итак, вот твоя сотня. Я складываю ее в несколько раз. И смотри. Она уже исчезла. Вау, как ты это делаешь, Арнольд? Просто я самый лучший волшебник. В туалете всегда можно разжиться бесплатной бумагой и салфетками. Вот это улов. Упс, меня застукали с поличным. Что же делать? Эй, you! Внимание! Сейчас я покажу вам удивительный фокус с салфеткой. Незаметно отрываем маленький кусочек салфетки и прячем его в рукав. Берем целую салфетку и разрываем ее перед зрителем. Но через миг она вновь становится целой. Чудеса! На самом деле в это время мы незаметно вытягиваем кусочек салфетки из рукава и утрированно рвем именно его, а салфетка остается целой. О, какой фокус! Великолепно! Пока свидетель отвлекся, срочно делаем ноги вместе со своей бумажной добычей. Чао! Понравились наши фокусники в реальной жизни? Тогда пиши в комментариях, какие фокусы понравились тебе больше всего. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые фокусы на канале Вуху.